Всем огромнейший привет из Алушты и добро пожаловать в мой влог. Доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Мы тут собираемся завтракать творогом, кофе. У кого пиццы со вчерашнего дня остались, кто не осилил, не съел. В общем, я еще кашей завтракать, коллагенчик выпила. И буду начинать свой день. Ну что, друзья, мы с вами вместе сегодня едем в зоопарк «Сказку». Это в Ялте находится. Поэтому мы сейчас будем направляться в сторону автовокзала Алушты. Наверное, сядем на автобус, проедем до автовокзала Алушты. Там пересядем на другой автобус, который идет до автовокзала Ялты. Так, ага. А потом снова нужно будет пересесть на автобус и проехать 5 остановок. И окажемся. Остановка Поляна Сказок. И уже пройти до самого зоопарка. Илья сказал, что раз у него нет сегодня температуры, значит поедем. Поэтому мы собрались и решили поехать с самого утра. Работать с 9:30 до 7 часов вечера в летний период. Осенью до 6. В прошлом году я была в нем. Свой день рождения 13 сентября. Друзья, если у вас плохо грузится YouTube, посмотрите в инфобоксе под видео. Есть ссылки на мой телеграм-канал, где вы будете получать полную информацию обо всем. И, конечно же, есть ссылка на Zen. Я стала дублировать там видео. Если вам удобно, смотрите видео на Zen. А вот мы уже из дома вышли, мы уже на площади, где здесь остановки с автобусом. На какую? Наверное, не на эту, наверное, вот на ту все-таки нам надо остановку. Ну вот это потому что она сюда куда-то. Да, это пойдет туда, в ту сторону, там, в сторону, значит, санаториев, туда по Ленина. А нам, наверное, нужно как бы в ту сторону немножко переместиться. Потом уже расскажу, сколько проезд обошелся, поэтому пока еще не знаю. Доеду, вам расскажу. Ну вот мы с вами уже и приехали. Зоопарк «Сказка». Смотрите, здесь какие красивущие горы, облака. Переходим через мостик, здесь ручей. И попадаем. Здесь у нас продается продажа билетов, сувениров, мороженое и... Там вход в зоопарк. Там вход в зоопарк. Кассы. Николай Николаевич, здравствуйте. Пойдем перейдем на вертолете. Вместе с директором парка, смена ведущей легендарной зоопарка. План, схема зоопарка. Все, кто находится. Животных очень много. И сама касса продажи билетов. Стоимость билета. Взрослый билет 1000 рублей, детский билет 500 рублей. Фото-видеосъемка. Бесплатно, льготы, скидок никаких нет. Администрация парка и график работы кассы и самого зоопарка. И вот здесь вот будет вход. Сам билет выглядит вот так вот. Аквариум. Так, на входе у нас контроль билетиков. Здравствуйте, ваша здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте, магазинчик. Руки в клетке не просовываем, на ограждение не заложим, пожалуйста. Спасибо. О, вот эту смотри, какую. Подожди. Вот здесь кружки, завтрак. Все, что можно купить, кормить животных. Вода. Еда. Футболки. С этого начинается вход в зоопарк. Да. То есть заходим, попадаем в сам зоопарк. Тут у нас
третий не пойдем. Пока никого не видно. Вообще здесь у нас лебеди. А вот лебедь там спрятался. Кудрявые просто. В прошлый раз они нас при входе встречали. Я думаю, куда же они спрятались? Они, оказывается, пьют водичку. Тоже нужно потрогать тебя. И пеликаны. Какие? А что есть любимец? Кормили пирога? Давай, давай. Ты его ниже зови. А он уронил ее. А он выкинул ее. Да. Он ее уронил. Там шимпанзе. Бананами. Шимпанзе. Шутка сидит. Давай туда. Давай что-нибудь. Давай. Я тебе бутылку-то дал. Давай я там. Пошли, я туда кораблю дадут. Другая шимпанзе это просто наблюдает. Точно, они за нами, мы за ними. Кто за кем наблюдает? Вот бутылку зачем? Положи горлышко в бутылку. Я боюсь. Да давай. Вот как надо было делать. Еще горлышко подставляю. В общем, куда ни повернись, здесь... В каждой клетке кто-то есть. Такая вот шимпанзе. Дрыхнет там шимпанзе. Смотри, какой тут красавчик. О, это тенушка. Не уходи! Ой, как страшно! Ну тебя! А если я тебя укушу? А? Больно? Ну да, так. Ну да, погладь. Капает. Ой, опять этот дикий зверь. Здесь белорусский гиббон. Как ты высоко забрался. Это в прошлом году? Сова. Мне руку давал.
сначала. Да нет, наверное. Понял? Я понял тебя. Какие малютки. О, смотри, как висит. А этот кувыркается. Пошла возьми. А у них домик, вон заходит, домик есть. Конечно. Подожди, что-то он делает, видели? Подожди, отстань. Он что-то Привет. Привет. Он что-то хочет сказать. Ага. Привет делать, да? Он говорит, так. Подождите. Сейчас я вам скажу. Кеша хороший. Медведь. Лисюха. Не понравилось. Ну-ка еще один. Оценочку. А вот это? Вот это вот что-то добить. Потому что у тебя солененькие, а этому нравятся солененькие палочки. У них лапы прям как у медведя. Смотри, какие лапки. Ну-ка, сбоку засними, чтобы меня было видно его. Да. Еще хочешь? Тебе сейчас еще дам. Не переставай снимать. Ой, какой ты цыплючий. Что будешь? Пошли. Что, берет он? Пошли. Пошли, у меня еще один. Кроли, сколько вас? Вон, фоткайтесь, а я тут сяду. Мы пойдем вольеры смотреть. Да, фоткаться надо. А вон кто-то. Да, пойдемте сюда, Настя. Потом туда пойдем. Тут такие парисы. Не хочет? Видишь, нет? Гепарды. Ждет что-то. Ждешь? Пошло. Пришли на шелест. И сразу руки целуют. Не, напополам надо. Ставим на один. Даш, на. Не, дай я тебе. Брат, второй своему дай. Ага.
Вот это самец, остальные самочки. Там идет чистка. Он так смотрит. Наблюдает. Ага. По палочке дай, палочки. Подожди, сейчас мы маму снимем. Подожди, сейчас. Вот в этой позе находись пока. О, блин, как у меня. Видел? Один орёт, что ты упал. У меня второй. Проснулся. Что они там делают? Ругает, смотри. За дерево взялось. Деревяшку не поделили? Не, ругать будет. Хочешь на деревяшке сидеть? Нифига. Оп, серьезно. Они что-то не едят. А, не знаю, как они. Палочки. А вот сюда у нас. Палочки кое-что, да? Еще хочешь? На. Разок. Ой, не так все просто. О, смотри, батя пришел. Все, уходи. Ой. Замысел у них, конечно, видные. Да, я не поделился. Сейчас, давай, животного зади. А он может почистить. Солнышко, у нас есть еще бананчики. А ты тоже хочешь бананчик? Саша, ты иди. Настя, иди бананчик. А это два схватили. И тебе сейчас. Матвей, на, мама тебе дает. Банан тебе. Вот тебе банан, на. А дай тебе дядьке банан. Меня одну тебя, что у них сосед тигр. Ну так на. Все, твой. Как они ужили здесь. Видишь, бананчик просит обезьянку. Кушать хочет. Ну, не давай. Ну все. Тигр, да, семья пара. Вон там зашли в лес кормить, надо снимать. Дай ему банан опекать. Поднялись на мостик. Левый. Самка с самцом. Дремит. О, какой тут. Ну, не сильно откормлен. Ну да. Капец, ты здоровая. Очень большой. Мясо так просто лежит, чтобы вяленым стать.
Там контактный зоопарк. Че? Там контактный зоопарк. Это я. Че, мы тигров не посмотрели? Потому что с ними это леопарды. Брали. Это леопарды. Это же еще маленькие совсем котятки. Вау, смотри, он ничего не меньше, блин. Нифига себе он там какой. А это маленький? Смотри, а все равно он тигр, ничего не меньше, да? Нет, тигр это молодой. Нет, это ягуар. Это еще и гручи такие молодые. Вон что там. Они как по одному, да? Да. Что-то надолго там. У них игры. Его. Они молодые, вот еще играют, а как постарше становятся, уже просто лежат такие. По размеру в мире самый крупный в мировом свете. Какой-то такой лежачий. Мамы пытаются. Заходи. Не стой на месте, подойди чуть-чуть. А, мне страшно. Заходи. Привет, друзья. Я же боюсь. Ой, детки. Заходи за мамой. Давай, давай. Не кормить? Да ну? Ага, баран другого. Выходим. Илья, ты сейчас съем решил весь рюкзак? Что случилось? Что за паника? Илья! Что за паника? Что ты боишься, свинку? Ой, потоп! Кто это тут наделал? Дел? Что такое с тобой случилось? Что за паника? Они на тебя... Смотри, они на тебя так смотрят, скажут, что с мальчиком? Был вроде нормальный, теперь боится. Маленькая свинка, что маленьких покормить, ну вот это уже пасто. Нет. Так, ты убери свою палочку и не давай тогда, раз боишься. Сними со стороны. Идите сюда. Ну тут говно, мать. Дай сними. Что еще будет? Ты тоже. Ты тоже хочешь? Так. Сильно, а меня не встаем. Так, ну что, ребята, иди сюда. Нет, так они. Так, 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 так. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда, я тебе кое-что дам. Иди сюда. Не, ох ты, а? Не хотела идти. А тут сразу пришла. Хороший, хороший. Можно тебя погладить? Да можно, конечно. Ой, а ты чем хрустишь там? Типа попалась. Жарко. Стоит на подоконнике, на окне. Горный козел. Пойдемте свинок покормим. С карманы всех хотят ваши проверить. Вдруг у тебя в карманчиках что еще есть? У меня есть. Иди. Ты боишься? Они тебя атаковали в один момент. Я вожак. Ну-ну. Домой. Не трогай маленьких. Пойдем на сына покормим.
Чем ты их будешь там? Тоже палочку. Они спрятались от жары свинки. Ну, они умные, ну, как бараны. Ой, а кто-то в луже сидит. Он купается. Я ему предлагал, он не хочет на ванной процедуры. Да? Ну там большой лежит. Вообще рядом с свинкой. Ну, я вижу. Они не хотят, они просто балдеют. В прошлом году маленькие были, свинки-то выросли. Когда еще тебе ванну принесли поесть. Против, бля, что? Она просила мне помощь. Мама на меня смотрела, такая. Они прям толпой напугались. Как быстро. Боюсь за тебя. Тут страус. Да блин, я это. Уважаемые туристы, на территории нашего зоопарка находится экзотариум. Только здесь вы можете рассмотреть поближе удивительный бонус 5-метровый плитический бетон. Ой, какая маленькая. Ты уже ела, на. Какая маленькая. Мама не упала. Ой. Пошли. Они едят, они едят. Смотри, как собачка. На! Значит, они Ай, боюсь. Короче, вот точно. Это вот когда ты. Это Илья, когда не подстриженный, точно так же выглядит. Вот это тогда. Вкусняшку, скажи, тоже хочу. Его никто не кормит? Может, он маленький еще поехал? Ну, не. Ничего не маленький. Чего ты боишься-то его? Садим его. Смотрите. Пальцы не суем, наверное. Блин, жалко мне тебя. На еще. Да, он есть. А я тут кофту. Здорово. Ряд. Голуби, 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 голуби. Мам, смотри, голубь невидимка. Почему? Потому что видишь, не видим. Потому что его нет здесь. Масса зеркал, которые тебя изменяют. Вот здесь делают длинными ноги. А там толще, худее. Так, здесь что у нас? Здесь что? Кафешка. О, это обрывки золотые. Кувшинки и рыбки золотые. И поэтому все едят. Да. Палочки вкусные. Он глаза прикрыл от вашего воя. А кто-нибудь включите, как Шанька воет, поймет он ее или нет? Он же глаза прикрыл от вашего воя, неправдоподобно воете. Господи, все встрепенулись. Кажется, одни вы как клоуны пришли. Сало мое.
Ой, смотри, она бутылку тащит хвостом. Бутылка у тебя есть? Где ты ее взяла? Бутылочку. Ой. Бутылку. Бутылка. Вон, в дырку тяни. Не, я не хочу в дырку. Не, ага. С ума сошел по руке. Гаденыш. Как сигарет сидит. Ты хотел потрогать? Ага. 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 Надежда у тебя была. Давай с тобой вместе. Кивает. Спасибо тебе, спасибо. Все, тебя покормили. О, обычный обезьян. Да у меня этих палочек с мальчиком. Это масса активали. А, японские макаки. Оп. Это за него раз выход. О, драйки, драйки. Оп. А, она за стаю. Видишь как? Ладно, ну давай к вам тоже дам шоу. Типа нечего на чужую территорию уже претендовать. Ты что, кидаешь? Я дала мне кино. Ага, он показывает хрен. Бурый капучин, точно, да. О, спер палочку. Еду. Вообще. Нахуй, соседи у вас. Ля-ля. Ага. За жопу его цапнул. Ля, иди сюда. Иди. Что случилось у него? Укусили его. Тырят, тырят просто. Специально его дразнит. О, точно раненый. Вон второй лежит. Что-то лапта поранилась, и вон подрались. А это все попрошайничает. А вон, видишь, какой он большой вообще? Приблизительно. Не видишь? Меня там не видно. Я вообще не понимаю, зачем. Пирожки-то раздали. Пойдем к оленю? Пойдем. Жираф, черный лебедь. Тихонько, там машина едет. Не напитает, мама, они нас не достанут. Вот, вот они, маленькие. Мы папе не будем давать, он тебя не достанет. Не убегает, мама, машина едет. Маленький, Маша. Это лучше яблочки, дочь. Ты ему петрушку дашь. Давай, давай, давай. Ой, сейчас меня руку откусит. Петрушку будешь? Петрушку ешь.
сколько? В основном на жирафа похоже. Угу. Да, посмотрите на него вообще. Ничего нету, это все они. А. Там обойдем, потом сюда. Помнишь, он тебя ущипнул? Да. А зачем такую тоненькую? Иди, я тебя сфотографирую. Зубов почти что нету. Ну, я почти что. Она прям как лошадь большая. Как лошадь? Большая. И длинная шея. Смотри, какие глаза у нее большие. Пойдем, на. Гигантские. Все? Вообще огромный, да? Ушел. А к ним нельзя пройти? Там близко, можно оставить около них? Я думаю, прямо на территорию можно. Ага, нет, конечно. Солнце крыс. Это грызу. Пойдем. А если мы тут ушел, папа, у меня не было. Они кусаются? Не знаю. Еще. На. Понял. На. Отломай. Ну ты че? Отломай. Мне больше всего нравится, что кошки с ними кайфуют. Вообще просто кайфуют. Такой не ест сладкое. Вот он такой вообще балкин думал, как по приколу. Ну ты давай. Да нет, он не переставая это делает. Ну это как нет. Черная в белую полоску или все-таки белая в черную полоску? Зебра-то. Чапа получается. У нее, сейчас скажу. Зебра чапмана. Зебра, скорее всего, в черную полоску. Я тоже так думаю. Белая в черную. О, белочка. Одна из них. Подожди, она же идет еще твою кусочку. Ну, проверь, да, просто статуи, иди посмотри. Мам, смотри, как они сидят. Какая любовь. Пошел. Ну, будет вон он стоит. Здоровый вон он стоит. Я лапку трогаю. Я лапку трогаю. Да. Мне папа стоит. Зато какие милые. Он очень пакостный. Нет. Ты не пойдешь ко мне.
Сейчас прям пальчиком сберу. Вообще такие мягенькие. Пусистенькие. Ой, дерутся, лезь. Ну, встань. Ой, смотри, как это страшно. Африканский марабу. Ляля, что ли, у вас? Какой милый. Какая ты красивая. Вон тоже котенок милый. А это с красным лицом. О. Проверил. На месте. Понял. Чё ты? Привет. Кулачок. Кулачок, братишка. Ты засняла? Ой, ой, ой. Давай еще, говорит. Пацаны, у меня что-то маленькое. Блин, маленький такой классный. Я даже погладил, потрогал его за ручку. А вот видишь, мама, наверное. Да тут все его мамы. А вон еще малышка. Ну это вот это, который мы трогали. Нет, и вон. Раз, два вижу. Три вот, третий. С малышами. Вот сидит, вот это. Трое с малышами? Не знаю. Я только двоих вижу. Нет, двое с малышами. Вот, которую мы трогали, вот она, красная. И вот с малышом сидит. Ну вот. С красными лицами, что ли, это? Мамашки. Так их двое. Три. Вот сидит, раз, два и три. Три у них малыша. Увидел? Ага. А вот это, которое? Прямо схватила ее, держу. Вот тоже пошла вот мамаша. Вот. Вот поближе. Ага. Малыш пришел, корку банана трогает. Эй! Держи! Нажимаю. А он корки, зачем ты ему даешь? Ой, подожди, малыш идет. Где? А он забирает. Не давай ей. Не давай большой. Он забирает ее. Мой банан. Все, ничей.
Хотел малышку покормить. Большая забирает. Ну, трогайся. Только... Ах ты! Ты, блин! Прожорливая моя. Все себе да себе. Смотри-ка, чё. А как пожрать, так сама только. Давай, давай, вот это все там. Вот это. На. Не ест. У этого вообще носится. А, дай ему палку. Тут холосый. И все. Девочка пробует. Не хочет она. Не хочет. Тут как-то не хочет. Какие красивые цветы в зоопарке. Жир растет. О, это ваше, да? Опасность. Там ползет еще один, смотри. Это мамаша отбирает у него еду. Какой же он милый. Прилипла, смотри, палка. У него палок там, смотри, сколько уже наелся. Ну что, мы с вами полностью прогулялись по территории всего зоопарка. Отлично, что сегодня нет такого яркого солнца. Прекрасно прогулялись, и уже где заходили, там же мы с вами и выходим с территории зоопарка через магазин и уже на выход. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.